Скажите, все-таки на ваше обращение, на ваше письмо президенту последовал какой-то официальный или неофициальный ответ? Какая-то реакция последовала после этого обращения? На сегодняшний день у меня отсутствует информация о какой-либо официальной либо неофициальной реакции на обращение. Есть, наверное, определенная процедура. Я уверен, что администрация президента эту ситуацию мониторит. Не замечать ее невозможно. Они уже знают вся Украина и Крым. У нас очень много звонков поступает в поддержку. Действительно, люди не осознавали, насколько этот орган бездеятельный. Ну, все понимали, что он не дорабатывает, не работает как-то. Да, но настолько он беспредельный, никто не понимал. Я сам, честно говоря, по приезду сюда только понял, насколько можно халатно и безответственно относиться к своим прямым функциональным обязанностям. Мы прекрасно понимаем, что Попович – это не самостоятельная политическая фигура, что это ставленник главы государства. Так почему же акция проходит именно в Херсоне, а не в Киеве под администрацией президента? Ведь от него зависит дальнейшая судьба представительства и дальнейшая судьба Поповича. Вы знаете, на самом деле, в соответствии с законодательством, эта структура подчиняется непосредственно администрации президента и подотчетно непосредственно главе государства. Но у нас претензии конкретно к представительству президента Украины в АРК, который находится в Херсоне. И вы считаете, что президент либо администрация не видят эту ситуацию? Конечно же, видят. Достаточно того, что на сегодняшний день, достаточно того, что мы предъявляем претензии активисты, общественные организации, да и я в том числе, я тоже из Крыма, и мне больно смотреть на организацию, фейковую организацию, она просто позорит нашего президента, по сути. У нас конкретные претензии к представительству президента, больше у нас никому нет. То есть в ближайшее время акции на Банковой не предусматривается, акция локально будет происходить здесь, в Херсоне, перенос ее на Киев не будет? Вы знаете, на сегодняшний день такого решения нет о переносе. Мы считаем, я в том числе, как глава Рады испытаний Крыму, считаю, что пока мы на сегодня находимся здесь, и мы пытаемся обратить внимание и получить официальную реакцию президента как гаранта Конституции и администрации как органа, который должен контролировать данную структуру, мы хотим получить реакцию, пусть приедут, посмотрят, что происходит с ведомством, которое находится в Херсоне. Дальнейшие действия будут приняты решения, вы об этом узнаете.